сейчас находимся на борту самолета китайских лучевого приятного дивина. Прилагаются сразу плед дают, сразу дают подушку, сиденье красное, красивое. И приятная музыка играет. И салон такой чистый, красивый. Можно смотреть, будет фильмы, пока летим. Малевочка уже у меня. И рядом. Так все комфортабельно, так хорошо. Прям вообще. Даже не чувствуешь себя в самолете. Прям приятная атмосфера. Команда такая приятная. Чувствуешь себя человеком на самом деле. Очень-очень приятно. Нам лететь 9,5 часов до Гуанчжоу. Все, путешествие наше началось. Смотрите, какие будут у нас видео. Будем обзоры снимать, да? Вот. Пишите в комментариях, что снять, что интересно. Летим в Ничан еще раз. Ведь нам. Да? Да. Все, до новых встреч. Китайцы, кстати, очень любят нашу тушенку и сладости. Они везут большими коробками. А тушенку, кстати, нельзя багажом провозить, поэтому женщина одна просила, девушка, конечно, женщина, привезти пассажиров из Беларуси с собой в личной базе и отправить тушенку. Вот лайфхак. Если бы у вас перевес в ручной кладе, можно попросить кого-то из пассажиров. Да, Лёва? Не знаю, я бы не стал так делать. Почему? Ну, брать бы я не стал. Потому что непонятно, что жизнь потом. Потом? Потом проблемы. Ну, так ты меня будешь прав. Как у меня умный муж, да? Ну, давай не будем не видеть. Не стесняешься. Yeah.